Итак, добрый вечер, зрители СК2 ТВ. Добрый вечер, Твич. Сегодня наш первый выпуск на СК2. И я хотел бы немного рассказать о наших последующих трансляциях, которые будут проходить в рамках этого канала. Еженедельно мы планируем проходить по одной, ну, может быть, по две игры. Какие это будут игры, смогут выбирать сами зрители. Мы планируем создать голосование. Что именно это будет, я еще пока не решил. Скорее всего, это будет мероприятие ВКонтакте, где будут производиться анонсы игр и, соответственно, выложены голосования, по итогам которых следующая игра недели останется за выбором зрителей. Вы сможете насладиться тем, чем вы хотите. Естественно, список будет составляться абсолютно рандомно, поэтому что там будет, никто еще пока не знает. Но должно быть это весело. Так как наш сегодня первый выпуск, сегодня мы выбрали игру на этой неделе Max Payne 3. Естественно, многие из вас уже ее проходили, скорее всего, и знают, к чему там все ведет, да, то есть концовки все прошли. Игра вышла в 2012 году, полтора года назад, в мае, и собрала довольно-таки большой гонорар за свои продажи, потому что их было очень много. Я уже в эту игру играл, но не в сюжет, к сожалению. Она меня захватила сетевой игрой и тем, то, что там есть реальная поддержка геймпадов, которая хорошо проработана и очень даже отлично сделана, да, то есть напоминает чем-то консоль, что ли, только на ПК и с лучшей графикой. Соответственно, еще очень приятно смотреть игры ваши любимые, да, но также хочется что-то получать от них, да. У нас планируется сделать такую старую олдскульную рубрику, может быть, помните, где ведущая выставляет на доске какие-нибудь слова, зрители должны угадывать и дозваниваться по телефону, который все вечно занят. У нас, конечно же, не будет слов, у нас звонки не будут стоить бешеных денег. Но, дозвонившись по телефону, номер которого указан ниже, в описании, вы сможете выиграть одну игру. Бесплатную игру. Хотя даже иногда это будут целые паки игр. Каждую неделю она будет обновляться. Ежедневно у нас будет разыгрываться приз только для одного человека. Возможно, для вас это будет интересно. Вот. Ну что ж. Я думаю, стоит, в принципе, начать наше с вами путешествие по третьей части Макс Пейна. Я большой фанат, на самом деле, прошел первую и вторую часть в далеком прошлом. Конечно, уже мало что помню, но всю главную суть я, естественно, помню. Так, события третьей части разворачиваются спустя 9 лет после второй. Макс уже совсем не тот, он постарел, изменился видом. Многие это отметили, когда был релиз игры. Он работает телохранителем, у него есть бразильский друг. Вот. И, в принципе, жизнь у него совсем уже не такая, какая раньше. Он не тот старый коп, но также месит своих врагов. Ну что же. Я думаю, нам следует начать наше с вами путешествие. Смотреть, что из этого получится. Как хорошо мы пройдем эту игру. Так. Играть мы с вами будем на геймпаде, потому что, не знаю, мне так хочется, мне так нравится. Просто я полюбил Макс Пейн, играть в Макс Пейн на геймпаде именно. Так, начинаем сюжет, в принципе, заново. Я там немножко проходил уже до этого. Ну, что, средне, сложное, не знаю. Давайте. Пока... Давайте сложно. Так, это у нас... Мягкий захват. Не знаю, этого не видел. Нет, выключить. Старина Макс, совсем не тот. This place is great, really comfortable. Ну что ж, Rockstar представляет. I'm just gonna get settled in. Устраивайся, Макс, устраивайся. Time to move on. Get on with my life. Yes, absolutely. Все та же классическая мелодия нашего любимого Макса. Сколько у него морщин, господи. 9 лет. 9 лет. Now, like I said, it was a long time ago. Let it go. Seriously. Нет, я не серьезно. Все будет хорошо. Definitely more my style than Panama, or Hoboken, I guess. No, if I'm honest, I just got kind of bored. Вступительный ролик, конечно. I mean, once in a while, but not all the time. Заставляет нас прочувствовать всю ту атмосферу, которую мы, скорее всего, уже давно позабыли с вами. Хотя вы, наверное, уже прошли, чего я об этом говорю. Maybe I'd lost my self-respect, but it's back. Excited, really. I really needed a new start. Что с ним стало, господи? Я тоже поражен. Вы не узнаете Макса, да? Я не узнаю вообще никак. It certainly ain't New Jersey. Старый добрый Нью-Джерси. Just like you said. Какое длинное вступление, господи. Listen, if you think I can still do a job, what have I got to lose? Apart from the weight. Very funny. Ха-ха. Yes, that is a fake laugh, you jerk. Такое чувство, что он опять на той самой наркоте, на которой его иногда сажали. Все так глючит странно, я не знаю. Ну все, кажется. Да ладно, на самом деле, что я шучу, это очень, очень трогательная история о Максе Пейне. Видите, он сидит у могилы своей жены и дочери. А я тут смеюсь. Проявление неуважения, мне кажется, с моей стороны. Главное, чтобы этот человек справился со всеми своими переживаниями внутри себя, знаете. Ладно, не будем об этом. Джек Дэниелс, видимо, уже закончился. Или нет? А, нет. А, да, закончился, господи. Прям как Ванга. Что-то новенькое, но пропускать мы не будем. Some rent-a-clown with a gun who puts holes in other bad guys. Well, that's what they had paid for, so in the end, that's what they got. Сейчас, походу, тот самый образ Макса, который ввел в заблуждение и большой критики зрителей, что все ужаснулись, он уже не тот. Он вроде сейчас лысый, с бородой, да? Да, вроде он такой, самый такой, да? Вам, кстати, видно текст? А, ну вообще должно быть видно. Мне видно. Если что, я могу просто читать, что там написано, если вы хотите. Тусовочка. И что ж, глава первая, Бразилия. Сан-Паулу. Как эта камера? Зачем? Ну, видите, зачем? Окей. Здорово, бро. I never mix my drinks. Well, at least not on duty. Something like that. Man, that favela is big. Yep. Nothing like the view of extreme poverty to make a penthouse cocktail party really swing. I guess they call it trickle-down economics. That's funny. It's supposed to be a charity thing. Drink and give money. I don't know, something for the kids. Все такие в смокинге, костюмчика, господи. That didn't mean much. There was always something rotten in the air. The family we were protecting were local celebrities, rich parasites. Конечно, знаменитости. Кто же еще? Везде знаменитости, одни знаменитости. Найти обувка бесплатно. Тут хранители, тут стан, конечно. Ладно. I don't know him. That guy next to him. He's some kind of cop. I think, I'm not sure. Serious though. Полицейский в смокинге, ну да. I can't remember his name. So who's this guy? That guy's a plastic surgeon or some kind of surgeon. Tummy tucks and cock implants. Причёсочка у него не очень. Хирург. Still dances like a fool. Guess that's what a European education and a co-capital do for Ricky Martin look alike. Так. Клеиться пошел, да? Конечно. Ну что ж. Крутой мужик, да. Реально. Some good genes trying to fight their way out of a cesspit. She'd married well and was now at leisure to regret her good fortune. They got along as well as any rich workaholic and his younger airhead wife tend to get along. They mostly ignored each other. She spent a lot of time with his brother Marcello. He was a good guy if your idea of a good time was an expensive between the ears. The middle brother, Victor, had just walked in. He was a local politician. Guy was smoother than an oil slick on an iceberg, and about as toxic. The rest of the crowd, I didn't know, but I could imagine the types. People who know if they drink enough, they won't have to feel guilty about their good fortune. Suddenly, things turned real ugly. Felt like our hangovers arrived right on cue. О, друзья пришли. Сейчас походу экшен будет. Пластинка заживалась. Что, приготовились? Макс, ты такой внезапный. Ты, конечно, успел всех убить. Хотя это моя задача, но ладно. Че, пасас, прикрывай меня. Пошел всех мочить. Это сложный. Не супер инсейн, но сложный. Я что, я же не... Я все-таки... Я бывалый игрок Макс Пейна. А, ну тогда понятно, почему они так описывались. Ну что ж, у нас мягкий захват стоит. Блин, а джойстик-то все работает. Ну что ж... у нас уже не знаю, что у нас уже. Так, пушки. О, у нас две пушки. Я буду с одной стрелять. Мне так как-то удобней. Что у нас тут есть? У нас тут есть... Ух ты, у меня уже 5 более удаляющих. Можно посмотреть, что это журнал. О чем он говорил, я не знаю. Тут можно играть на рояле, но мне кажется, я уже его прошел. Черт. Я не знал. В смысле, я читал это где-то, что Макс умеет играть на рояле. Так, ладно, сейчас прыгнем и дадим хедшот. Ладно, хедшот мы не дали. Будем стрелять, стрелять. Господи, вибрирует-то как, а? Ну что ж. Он труп, а я мокрый. Текст на бразильском. На португальском, извините. Конечно, взял сухой пистолет, отдал мокрый. Так, не знаю, предсказуемо. Бедная девочка, на самом деле. Хотя, чё бросить его? Мне её не жалко. I imagine the elevator doors opening to a firing squad of muzzles. As far as I could see it, the one thing my plan had going was that no one else would be stupid enough to pull this move. Умри. А, Бранко украли, конечно, понятно. Так, что будем делать? Как здесь? Ага, вот так здесь. Там еще. О, дробовик стоит. Попадем в руку. Ну что ж. А может здесь где-нибудь рояль есть? Не знаете? Упс. Еще один какой-нибудь есть, нет? Вдруг я найду, я сыграл. Почему нет? Я, правда, не умею. Прыгать зато умею. Нормально. Ладно. Никаких тут секретов нет, ничего такого. Дробовик. Умри. Господи, нифига себе. Так резко вышел, испугал меня. Все закрыто, да? Вот это мне нравится здесь. А, я... Что у нас дальше-то будет? Я возьму вот эту винтовку, пожалуй. Почему нет? Короче, игра как бы намекает, что мне надо вперед идти. Ага. Ну хорошо, увидим, что будет в конце. Надеюсь, я еще сыграю на рояле и не раз. Послушаем, насколько... Сколько их там, господи! Прячься, Макс, прячься. Так, все, давай. Что ж ты, а? Господи. Воу. А че я все? А, нет, я не все. Убей его. Вот так просто. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Он мне в упор, короче, попал, да? Видели это лицо, да? Видели? Он знал, что он хочет. Узнал свою цель. Короче, ладно. Так. Тут также есть множество всяких секретов, всяких карточек и еще чего-либо, которые нужно находить, а также золотые стволы, которые валяются в разных частях карты. Не знаю, конечно, стоит бегать их собирать или нет, потому что это может занять много времени, ну, в принципе... Ладно, так... В каком смысле он не меняет оружие после сцены? Куда не меняет? Там. Ничего нет, Ладно. Он что-то лежит. Конечно. Ну, я нашел улики. Возьму-ка я вот эту крутую пушку. Должна тащить, конечно. Мой фейворит ган в этой игре. Похоже, как что-то как-то они друг с другом перестреливаются. Ай-яй-яй, стреляй, отлично. Там еще, да сколько вас? Вот это мне нравится, что... Похоже, парня похитили. Да. Что-то на португальском. Стреляем по колесам, давай. Машина еще не разогналась, зато она убралась. Умри. Воу-воу-воу. Да сдохнешь ты, господи. Нельзя меня убивать. Вставай, вставай, вставай. Перезарядись, чувак. Макс. Ой. Что-то я машину выстрелил, ладно. Ну что ж. Вот она, благодарность. А, стоп. Это еще не все. Ну, уже даже ачивку дали. Да, более-менее. Это ж... А, это спецназ. Кстати, парень там еще, он живой лежит, на самом деле. А, они все живые. Да. Макс теперь нас не убивает людей, конечно. Текст на португальском. Моя не понимать. О, вамос, я понял. Это типа пошли вроде. А ты где был все это время, а? Напарничек. Чисто бразильская такая прическа у парня. Логично, что он коп. Конечно. Я, в отличие от тебя, в бассейне искупался. С 3 метров упал. Благодарный. Да, видимо. Видимо, американские копы настолько суровые. Хотя какой он уже? А, ну да, ладно, в общем. Опять Джек Дэниелс. Хотя это новый вид выпивки под названием Кона. Фургон, а он... Его забрали на улики в пакетик, наверное, целлофановый. Место преступления. Напился опять, но... Главное, нет. Одна единственная перестрелка, он опять бухает, у него опять что-то не то, короче. Воспоминания. Вертолет. О, 2 глава. Полный отстой. Ну уж точно. Браток уже вовсю тусит, да? Ой, 2 телочки. Или 3. Не, наверное, 2. Куда им? 3 много слишком. These were the kind of people who went to nightclubs in helicopters. Fabiana had brought her sister along, presumably so she could show off just how rich and empty her life was. And boy, was she about to learn the meaning of rich and empty. Max! Max! I was speaking to you! Sorry, what was that? Oh, I was saying we get into a lot of scrapes, man! Well, we're still here. Hey! Thanks to you, Max! I owe you my life. Boom. Wasn't just him, huh, baby? Oh yes, Marcel. I'm sure you did a lot to save everyone. You were probably worried about getting blood on your stash. Very funny. Thank you, Max. I don't know what I would do without my sister. Spend even more time doing something useful. You know she works in the favela. Oh, ладно, не будем даваться. What did you hear, Baba? More bodies turned up, more people went missing. It's horrifying. Did someone say BuzzQ? I'm just kidding. Да нет, я просто говорил про то, что как бы. Хотя да, наверное, все равно. Всегда каждый день бухает. Скорее всего. Басос, ты летчик, отлично. Крутой мужик. Спасибо. Такое чувство, что сейчас брата как грохнут. Хотя нет, он жив будет. Do a little business, have some fun. I need it too. I've been working far too hard. Like a whore during Fleechy Weeky, as my roommate used to say. You like that, Max? Этот топ-долбыш еще и работает, оказывается. Ну ничего, ладно. Я думал, он топ-тусит. Слишком много текста на португальском. Ты музыка качает, ништяк. Так, ну музыка вроде ничего. Не обстановочка. Вау. Нет, пропускать мы не будем, извини. Давайте, тусить, тусить. Макс, ты где? Игра на самом деле как кино. Она больше кино, чем, допустим, вторая и первая часть. И мне это нравится, в принципе. Теперь понятно, почему даже на ПК-версии все так хорошо заточено под геймпад. Я, конечно, не люблю геймпады там разных во многих играх, но вот в этой, вот именно в Max Payne 3 просто завис. Очень реально, не знаю, мне понравилось. Классно. Ну, кино по Максу Пейну вышло какое-то, на самом деле. Оно, конечно, крутое, но немного не как игра. Всю часть, тем более, что оно снималось по первой и второй части. Так. Ну что ж. Кстати, недавно в кинотеатре, ну как недавно, месяца два назад, да никак не получается жить, бухаю каждый день, чувак, извини, конечно. Так вот, в кино я видел трейлер к новому фильму Макса Пейна, который точь-в-точь был как игра. Но придя домой, обыскав весь интернет, почему-то я не увидел этого трейлера и никакого анонса о том, что скоро будет новый Макс Пейн. Это вот очень странно на самом деле, но я жду, если даже он будет. Да, то есть это, наверное, будет классно. Хотя там актеры не очень. Голдберг мне больше нравился. It soon turned out I wasn't the only one. Вот они, бандиты, 100 пудов. А, ну да, Кэп. Извиняюсь. Револьвер. Ну ладно. Все, набухался, да? Поехали мочить. Что ты? Где ствол? Так, убей его. Где прицел? Прицел, прицел. Ну, ну, что-то оно не стреляет. Чё? А, понятно, что оно не стреляет. Че они там все умерли, нет? Да умри-то, господи, чуть не убили. Он еще тут. Только встань. Все? Ах ты. Окей. Так, что у нас тут есть? Можно еще потусить, может, есть какой-нибудь более удаляющих, которых у меня осталось только два. Наверное, оно будет не здесь, а где-нибудь типа в баре. Пошли туда. Да. Посмотрим. Ну да, конечно. Окей. За... Ну блин. Че, никак то я уже забыл. Ладно, возьмем пистолет. 6 патронов у нас, да? Так, о, УЗИ, УЗИ. Так. Я не тралю, реально. Я не думаю, что мне это приснилось, но... Я тогда просто, не знаю, часа два искал. I was behind the pace a decade ago, and the past 10 years hadn't been kind. I was never gonna get to Fabiana and Giovanna in time. Блин! Ну ладно, я в общем слоупок. Заново. Сейчас я не допущу этой ошибки. Я всех убью. Я же не думал, что оно вот так вот. Давай, давай, быстрей. Да на геймпаде, господи, на самом деле. Стреляй, убивай, убивай. О, две аптечки даже. Ништяк. Так, ладно. Мы не будем терять время. Мы возьмем просто этот классный ствол. Не будем ничего искать. Иначе мы опять... Да, саунд вообще просто, я поражен. Я здесь еще потусил, но, боюсь, миссия будет опять провалена, и этого не хочу. Потому что... Слушай, я вот эту девушку я не убивал, честно. Я не знаю. Бранко, что делать? А, вот, все, я понял. Номер мобильного телефона для того, что, как я объяснял уже ранее, сегодня в начале... Ух ты, я опять здесь, что за... Секундочку. Так, все трупы. Вы можете звонить по этому номеру телефона, там будет занято, но в один момент во время нашего стрима занято там не будет. Так вот, когда вы дозвонитесь... Если вы дозвонитесь, а вы дозвонитесь, кто-то из вас точно дозвонится, кому это интересно, вы выиграете замечательную игру под названием Mirror's Edge. Конечно, многие из вас, наверное, ее уже прошли давным-давно и играли, потому что игра довольно-таки не новая. Вот. Но, тем не менее, вам придется ключик от Steam на нее. Еженедельно у нас будут проводиться такие конкурсы. Так, я... Ой, я взял аптечку. Так, а ХП само не устанавливается, как в сетевой игре. Печально. Вот. Еженедельно у нас будут проводиться такие конкурсы. Там будут как одна игра, так и несколько игр разыгрываться. И счастливчики будут выигрывать эти игры, естественно. Никаких там скрытых платежей, естественно, ничего нет. Обычный номер мобильного телефона. Вот, ну, вы будете платить только за звонок в мой регион. Если для вас это реально интересно, то можете поучаствовать. Так. Че-то мы отвлеклись. Мари. Так, окей. Что? Да что ж ты косой-то такой, господи. Не мрите. Так. Еще аптечки. Мне нужно больше аптечек. Это что, мангал? Классно. Так, пистолет у меня есть. Так. Идем дальше. It's not good. Some guys took Giovanna and Fabiana. What? Jesus, Max, hey, I'm on my way. No, 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 stay in the chopper. We'll need a way out of here. I'll go find the girls. Макс, ты так вовремя позвонил по ассесу. Так, да сдохни все. Ты еще жив? Вот тут классно, тут не он такой. Ништяк. Ладно, пойдем дальше. Так. Тут у нас что-нибудь есть? Тут у нас ничего нету. Все на португальском. У меня уж тут... А, вон он стоит. Диджей себя никакой, чувак. Что-то, блин. На этой сложности они как-то долго очень умирают. Очень долго умирают. Хотя я попал несколько раз сегодня. Ну, в голову быстро, хорошо. А, еще меня очень быстро убивают. Ну, я же бывалый игрок Макс Пейна. Все-таки. Че? Я пройду ее. О, ништяк. Аптечка. Что вы там делаете? Так, еще тут. А патронов-то все. Ладно, не буду тратить на этот замечательный ролик, потому что мне нравится месить трупы. Ух ты! Ух ты! Там еще аптечка. Как мне забраться наверх? А, я понял. Побежали. Что ты медленно бежишь, Макс? Ну, годы сказываются. Понятно. Окей. А. Вау, золотой пистолет, револьвер. Круто. Реально классно. Так, что я могу? А я могу... Вот узи валяется, а взять нельзя. Я хотел с двумя так бежать. Всех убивать, ладно. Нельзя, так нельзя, господи. Пошли дальше. Музон реально на высоте. Главное не зафейлить. Так, ладно, тут ничего нет, быстрее убегаем. О! Что-то есть. Неоновые ручки, классно. You gotta be the cop, right? Ха! Я угадал, он коп. Рожа выдала. Похож. Почему ты всегда так одинаково, как ты рисуешь во всех играх? И во что ты себя превратила? Я тоже коп на пенсии, и... У меня крутой стол в руке, дырка в плече. И я телохранитель у богатых людей. Давай, бывай, чувак. Дверь запри. О, запер, отлично. So. Ух ты, девочки. Девочки. Окей, идем дальше. Так, а в шкафчиках у нас... Вау! Семь. Все. Ты труп. Перезарядись. Так. Кто-то еще стрелял? До Бразил. Что-то они там шепчут по своему радио. Так, пацаны, на самом деле... Что-то вкусненькое. Выключить никак. Блин, вот раньше можно было там включать, к примеру, смывать... толчок. Там еще что-нибудь, да? Ну вот. Тут даже газ нельзя. Вот сейчас горит и все, как бы. Я не отвечаю. Я не отвечаю за этот клуб. Время суши. Ну что? Давай, дай мне прицел. Да, дай голову мне. Ага, отлично. Что там еще есть? Покажитесь. Ты труп. Ах ты. Еще? О, еще. Да что прицеливаешься по умолчанию. Сдохни, сдохни, сдохни. Все, отлично. У нас даже это... Ух ты, туалет. Закрыто, ну конечно. Ну что ж. Патронов у нас, конечно же, мало почему-то. Есть УЗИ. Инграмм или как? Он тут завелся, вообще не важно. Да хорошо, Макс, хорошо, подожди. Мне надо смотреть все очень тщательно. Ну идут, ну плохо будет. Так, беги. Эти джойстики так медленно поворачиваются на самом деле. Не знаю, играли вы на геймпаде. Ну да, наивный. Конечно. Окей. О, мне это нравится уже. Оборвется канат, нет? Нет? Ну ладно. Макс, когда у тебя был отдых на солнышке, господи? Пора снять розовые очки, братень. Так, вот наш верт. Нету пулеметов, конечно, это не Battlefield. Что делать-то? Что делать-то? А, ничего не делать. Классно. Макс Пейн не всегда все врасплох. Пора уже привыкнуть. Не молодой. Много опыта. Мешки на башке, давайте я вас убью. О, ну нашли что дать. А, ну... Конечно. Попытка номер 2. Да, на джойстике прикольно. Есть помощь в прицеливании, вот этот автоприцел. Это, конечно, классно. Ну. Умри, господи. Он думал, он ее догонит. Как-то даже очень легко. Он сам прицеливается, я вообще ничего делаю. И это не читы. Офигеть. Так. Ну иначе это заняло бы очень много времени. По мне еще стреляют. У вас... Неужто у вас нету... У вас нету лестницы на вертолете? Подобрали бы ее уже, вот такой накачанной. Вертовка, любовь моя. Ништяк. Не пытайтесь, ты полет вниз. Ну и? Девочка, там свой вертолет. Мы тут! А, так. Ай, стреляй. Ладно. Да, все-таки иногда надо самому прицеливаться, ну, правым стиком подводить прицел, потому что прицеливаться... Ой, я хочу еще пострелять. Он даже подлетел, видели? Как будто барит у меня в руках. Вы видели? Видели обойму, да? Не характерную для этого оружия. Да с Максом все в порядке. Сейчас я их еще убью, наверное, да? Конечно. Куда же я денусь? Так, убей их всех. И патроны сами перезаряжаются. Вау. Все, господи. Пфф, как орешки щелкать. Зачем нам прыгать ногами, правда? Ладно, ну вниз. Хорошо. Or maybe they just assumed the Broncos security team consisted of more than a drunk American has been and a Brazilian never was, who should have paid more attention in flying school. Either way, I needed to find Giovanna before they did. Так, ладно. Что у меня есть? У меня есть куча патронов. Нету беретты. Есть пацаны, которых я убил. Есть аптечки. Почему у меня только две аптечки? Вы, кстати, заметили, у меня было их штук... Вау, еще золотой. Ништяк. Короче, у меня было мини-30. Отлично, я все собрал. Я крутой чувак. Ладно. Я это не то, что вы подумали, я... Да, вот видите, о чем я говорил? Он иногда криво прицеливается. И надо самому прицеливаться, а это не круто. Конечно же, может быть, если вы заядлые консольщики, вам это вполне удобно, да, и не составляет труда. Но вот мне, допустим, это непривычно. Как-то странно почему-то. Уже давно улик не находил, потому что они, по идее, должны быть. Их должно быть много. Так, ладно. Дробовик мне не нужен, да? Нет, возьму. Ты что здесь делаешь? Ой, там еще один. А, улетел. Так, ладно, это... Да, что ж ты кривой такой, да? Окей. Идем дальше. Два патрона в дробовике, это, конечно, не очень круто, но хотя, я думаю, он тут, в принципе, и не пригодится. Да, возьму-ка я что-нибудь другое. Типа... О, я вижу, вы видите эту блестяшку? Так. Там, похоже, еще один дробовик. Он умер или нет? Он не умер. Все умерли, отлично. Идем дальше. Я вижу блестяшку золотую. Очень классно, я не знаю, что это такое. Это у нас револьвер. Отлично. Мне не нравится то, что у меня мало жизни, и у меня всего лишь два болеутоляющих. Это очень напрягает. У всех были пистолеты? Конечно, ну ладно. Вот и дробовик. Почему я должен без... Да убей ты его, господи. Все, одна аптечка осталась. Не, зато на такой... I was guessing pretty soon she'd start wishing she was. I was up for one god-awful performance review. Вы ведь видели, что я сделал, верно? Procrastination. Надеюсь, что вы... Нет, надеюсь, что вы не видели. Ладно. Нас нет аптечек. Ну да и ладно. Так, возьмем дробовик, здесь будет close combat, мне кажется. Пока это кнопочка. Кнопочка нельзя нажать. Жалко. Жалко. Так. Giovanna! Giovanna! Max, over here! В вертолете я был, в вертолете. Кто убил всех, кто на тебя нападал, а? Кто? А, да, это был твой рыцарь Пасос, вон он летит. Все будет хорошо, детка. Все будет хорошо. Seems like I wasn't the only guy around here who had taken his eye off the ball. Are you okay? My weakness was the drink. Passo's was the sister. Things were turning pretty ugly in this town. The boss's girl was gone, and part of me wished I was too. Да, в принципе, вот конец рабочего дня, я думаю, стоит немного выпить коны. Еще не все потеряно, Макс, не надо. Хотя нет, ладно. Ты все-таки послушал меня, да? Старина Макс. Это. Там скидка 30%. Well, what choice do we have? We have never paid out ransoms before, but I don't know. I don't like the feeling of this. What about you, Max? Это вы так Макса изобразили, да? Забавно. Не, попозже у него, когда он будет лысый, у него будет борода, это да. Это будет круто, наверное. О, хейтеры. Try to do business the right way, but that's not always possible. Of course, I made enemies, but I've also paid a lot of bribes. Так. No idea. Да господи, Бразилия, наркоторговцы, фавелы. У тебя врагов выше крыши, ты чё? Я прям воду смотрел, видите? Nothing. Everybody loves money. Just want my wife back. We can take the money to them. Да. Видели лицо Пасоса, он типа. Что? Да, да. Блестяще. Прилететь на вертолете. На стадион. Стать по центру стадиона с огромной сумкой бабла. Сейчас нас обчистят. Но что-то как-то необычно все. У них... Парни, я вас не понимаю. Что? Возьми сумку и все, господи, ну. Опа, опа, опа. Вот это поворот. Так, что-то мне сейчас кажется, что... Конечно. Меня попали, естественно. Как же иначе? Ай-яй-яй-яй, беги, 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 Макс, беги. Нет, нет, беги. Ух. Слушай, отлично. Конечно, я в порядке, у меня руки почти нету, считай. Trying to tell me my luck was finally about to run out, or maybe I just severed an artery and was bleeding out like any number of fools who got shot playing with guns. Either way, I was failing fast. Фасос, больше. Почему стоим? God damn it! А я ничего не могу. Ну ладно. Пасос, ты можешь сам справиться, видишь, в этом нет ничего... Ничего сложного, Пасос. Все очень классно. Мне нужно... Я вообще могу управлять? А! Я даже управлять не могу, видите, я кручу, а он сам идет. Ну кто-то живет, но не Макса ведь. Я вправо, да, иду, а он идет вперед, короче. Странно. А, почему? А, вот сейчас я могу ходить. Может... Я помню, короче, в фильме «Особо опасен» можно было лечь в такую фигню, и все раны заживут, но тут почему-то не прыгает. Видимо, это не та история. Ну, ладно. Я даже бегать сейчас не могу. У меня даже ствола нету. А может там что-то... А, я опять не управляю собой. Так. Найди мне бинты, Пасос, давай уже. Конечно. Я не дедуля, слышишь? У самого такая же борода висит он. Дедуля он назвал. Да, чувак. В Сан-Паулу нет. Never better. Right. Of course. Is it bad? Could be a lot worse. Here. Thank you. Right. Here we go. Слушай, ну... Сейчас попробуем. Если у меня там... Я им... Я не помню, как им пользоваться. Сейчас увидим. Попробуем. Снайперская винтовка. Такая редкость, да? Спасибо за ствол, бро. Не знаю, откуда ты... Когда ты у меня его из кобуры вынул. Ну ладно. Хватит трепаться. Давай убьем их. Он чё, коп? Мне показалось? Так, дайте, дайте, дайте. Вы трупы, господа. Вы тоже. Ай, или я. Все, отлично. 9 патронов. Что-то я это... Так, bullet time и мячик, да? Давайте потренируемся, как здесь прыгать. Так, надо сначала... Сейчас я его сначала... У меня же время, я надеюсь, не выйдет, да? Ногами допинать вообще как нефиг делать. Ну хорошо, я, может, преувеличил. А зачем здесь фишки? Это экзамен по вождению. Так, сейчас. Здесь не должно быть... Не должен выйти мячик, да? Бам! Похоже, я почти очком на него сел. Так, ладно. Сделаем еще раз. Мне кажется, сейчас получится, нет? Да, получилось. Как видите, все, гол. Bullet time, как и просили. Это хэт-трик. О, вот это хороший дробовик. Так. Здесь у нас что-то должно быть. Скорее всего. Возможно, я ошибся. Так, там у нас, наверное, ничего нет, да? Зря мы-то вообще бежим. Да, я был прав. Ну что ж, Пасос, ты... Пасос ушел или меня глючит? Меня что-то... Где он? А, нет, все хорошо. А, мы никуда не торопимся, поэтому да. Так, там какие-то двери, я хочу их проверить. Я честно говорю, головой попал, я встал, а он просто катился сам по себе вот так вот. И все. Это не мухлёж, нет. Это что сделать? Открыть? Осмотреть. Так. Еще раз, дорогие друзья, напоминаю о нашей викторине. Дозвонившись до номера, по номеру телефона, который ниже располагается, вы можете выиграть сегодня игру Mirror's Edge. Все, что вам нужно, это просто попасть не на гудки, а попасть ко мне. Так. Mirror's Edge на PC для Steam. Давай, Пасос, ты же хорошо по-португальски говоришь. Выбей из него информацию. Хоть как-нибудь, я пока поищу что-нибудь. Интервью. Ну, пойду я интервью дам, что я в самом деле. Или это... А, это не тот стол, знаешь. Развод чего? В смысле? Опа. Это реально, это не развод. Меня сейчас реально накумарят. Да что ж ты... Да попади ты в него. Все, у меня джойстик трясется, меня убили, я не смог его убить, потому что... Ладно. Каждую неделю будут абсолютно разные игры, поэтому я не меняю ключи на что-нибудь. Это часть нашей с вами игры. Короче, все понятно. Что я сделал? Что это было? Вы видели? Ладно. Я сейчас сделаю проще. Или я не смогу сделать проще, я не знаю. Короче, надо заныкаться, я так понял. Вставай уже. Все, вроде он отъехал. За халяву нужно просто дозвониться по номеру телефона, который указан чуть ниже в информации. Просто дозвониться. Так, ладно. Если у вас это получится. Ну, как бы, когда-то у кого-то это получится. Я же говорю, это старая добрая игра. Да нормально все, я живой, какие пилюли, о чем вы? Я возьму просто второй пистолет. Пожалуй, да. Так вот, в нулевых или в 90-х годах были по телевизору... Ух ты, нет, я возьму вот это. По телевизору были такие передачи, что ли. И там нужно было дозвониться, и тогда выиграешь какие-то деньги. Вот. Вот у нас то же самое. Да, там было именно так. Но у нас-то не так. У нас будут просто занятые гудки. Сколько дырок, так, не буду патрон тратить, а то что-то я разыгрался. Конечно, я окей, у меня руки нет. Ладно, рука есть, я преувеличил. Просто там дырка. Так, что у нас есть тут? Есть аптечка. И костыли. Костыли. Ладно. Потом. Перезарядим просто. Так. Да, это, конечно, круто, а то в прошлых играх... Сколько у меня оружия с собой только не было. Я уже представлял себе эту огромную сумку, как в Матрице, которую я всегда таскаю с собой. И достаю оттуда стволы. Хотя... У него все, естественно, было во внутреннем кармане пиджака. Вы, наверное, все помните начало первой части, когда он достал пистолет. Вот так вот. Так. Сюда, куда сюда? Ау. Футболисты, господи. Сперли сумку и думают, крутые, да? Сейчас я вам накумарю. Ой. Какие они неудачники, господи! А, это враг. Ладно, окей. Я думал... Хорошо. Майкл. Что ж. Я не знаю, вибрировала она там и нет, но... Ну да, была беретта. И доставал он ее так, будто это, не знаю, не беретта, а... Что-то неприятное для него. Потом он вроде сумел с ней управляться, он бегал такой, прям бэм-бэм. Все ложились направо и налево. А, вот тот самый снайпер. Я уже не понимаю, кто в кого стреляет. Чей этот снайпер вообще? Пега. Пеги, пеки. А, он кричал пеки. Ага. Так, пацаны. Так, у меня есть Сьюзи. Хорошо. Не пытайтесь меня убить. Я вас убью раньше. Так, вроде... Раз, два, три. Вроде все, отлично. Так. Не, на самом деле, ведь, согласитесь, в некоторых играх реально, ну, они просто завязаны сюжет на том, чтобы с собой было очень много оружие, да, иначе ты просто там, допустим, не выживешь. Конечно, да, кто им мешает сделать немножко все по-другому. И возьму-ка этот стол. Немножко все по-другому, да, чтобы можно было и так побегать. Но нет, нет. Так увлекательнее, как бы. Кому-то нравится, кому-то нет. Всем не угодишь. Да, они серьезно финансированы, конечно. Ты себе такой купи на Рождество, пожалуйста. Хорошо? Давай. Так, что нам делать? Бежим. Упс. Нет, это плохая идея. Ах. I didn't give a damn about the money, but I knew what would happen to Fabiana if the wrong people got paid. Так, ладно. Да, слоупок. Что делать? О, мне кажется, я зря это сделал. Зря это сделал. Ну, как сказать, пародия? Да нет, не пародия, а успех. Знаете, я сам очень люблю смотреть. Дэна? Да. Повторится успех или нет, я... Ну, никто, наверное, не может сказать. Это уже будет зависеть от самих зрителей, от того, что именно буду делать я. Ну, пока что я... Не убег пока что. Так, ладно, убегай, убегай, Макс. Прыгай, прыгай. Отлично. Возьмем чуть получше. Да, пасы, давай я там постою. Ты хотя бы убивай кого-нибудь. Сейчас я... А, я что могу сделать? На геймпаде, конечно, это... Ладно, попробуем. Вроде вышло. Не до конца. Геймпад, геймпад, геймпад. Блин, прицеливайся ты, господи. В общем, называйте это как хотите. Называйте это пародией, называйте это отдельным шоу. Нет, если получится, конечно, будет классно. Да? Почему нет? Но если это все-таки получится, то это будет не быстро. Поживем, увидим. Главное, чтобы зрителям нравилось бы, иначе ничего не выйдет, сами понимаете. Ну, надеюсь, вам пока нравится. Да, почему я первый всегда был? Потому что у меня 12 патронов, верно? Уже не 12, спасибо, и на том. Че опять? Где таблеточки? Пойдем найдем таблеточки. Я что-то не заметил таблеточек. А, все, вижу. Я просто так был увлечен. Да, таблеточки. Кстати, возможно, тут где-то есть улики, либо золотой автомат, либо пистолет, я не знаю. Пока, кроме плакатов, я ничего не вижу, газировки. Ладно, посмотрим. Так. На геймпаде, если вы не знаете, клавиша D-pad, клавиша вверх, да, ей активируется... Секунду. Ей активируется болеутоляющее. И вот я, когда меняю положение камеры, допустим, это клавиши вправо и влево, да, то есть вот так вот, я уже 2 раза подряд задел таблетки. Хотя, напомню, я играл в сетевую игру, у меня там... О, еще таблеточки. Ни разу такого не выходило. Ну, в смысле, не знаю, руки кривые, может. Я тебя... А, да, я стреляю, все еще стреляю. Я уже думал, я умер. Давай на другого переключайся. Пасос! О, Пасос мне помог. Ничего, ничего. Привет, дорогие зрители. Спасибо за подписки. Буду стараться вас радовать в дальнейшем. Надеюсь, вам нравится. Напоминаю про викторину. У вас есть шанс выиграть Mirror's Edge, если он вам так нужен, к примеру. Геймпад нет. Я не знаю, потому что... Честно, не знаю, не кидайтесь меня какашками, но мне не нравится геймпад от Xbox. Как, он мне... У меня каша в голове, в общем... В смысле, то, что он мне и нравится, и не нравится. Но больше не нравится, чем нравится. Поэтому я купил Logitech F710. По мне так, классный геймпад. По поводу плеера... не знаю, просто мне почему-то нравится... Так, секундочку, не нравится Twitch. Возможно, конечно, я перейду на Cybergame, но пока не знаю. Посмотрим, как будет качество на Твиче. Может устроит, может нет. В дальнейшем, возможно, будет и партнерка. Это первая трансляция, поэтому наперед не будем загадывать, как получится. Так, ладно, что нам нужно делать? Я все пропустил. У нас есть автомат. Мы перезарядимся. И еще автомат. А, окей. Решил убежать, да? Зачем ты дверь закрывал? Так, окей. Так, прицеливайся. Меня там обходят, да? Так, сложность у меня хардовая. Еще раз напоминаю. Меня чуть не взорвали, потому что я... Рак. Ладно, хорошо, я просто отвлекся. Бывает. Пожалуйста, умирайте. Блин, опять. Я тоже умею с одной пулей убивать, видите? Вот так. Так, ладно. Да что ж будете делать-то? Хорошо, окей. До партнерки на Твиче, если я не ошибаюсь. Можете, в принципе, почитать. Там нужно определенное количество подписчиков, вроде бы определенное количество просмотров за сеанс. Да, и что-то вроде этого. Если я не ошибаюсь, потому что я как-то забыл, честно. О, граната. Да, взорвите себя, пацаны, давайте. А, молодцы, отлично. Так. Вот и хедшот. Хватит с меня стрелять уже. Там еще снайпер, которого... Все? Надеюсь. Все? Пасос, ты где? А, понятно, да, точно. Да, хорошо, окей. Ладно, Пасос. +400 зрителей, ну... Надеюсь, когда-нибудь мы это сделаем. Так, что я хочу? Я хочу все перезарядить, потому что у меня куча столов, которыми я не воспользовался. И... А золотые столы-то здесь есть? Золото. А, так. Вроде есть. Тут же нас никто не целится. Вроде как нет. Так. будет странно, но тут ничего нету. Все закрыто. Никаких золотых стволов. Ну и ладно. Нужны они мне больно, господи. Даже аптечек нет. Одна осталась. Ладно, идем дальше. Че, что-нибудь найдем? Сто пудов. Или нет? Сколько я пуль в него попало, я даже не успел сосчитать. Но ему хватило. Да, вот, вот. Что такое? Я опять попал по таблеткам. Ненавижу. Ладно. Благо, тут еще две есть. Хорошо. Alright, I'm inside. Looks like a VIP lounge or something. Oh, I'm gonna check it out. Neves vai nos matar, hein? Se a gente não voltar com dinheiro, hein? Quem é a menina? Alguma alpinista social. Boa, né? Ну что ж, пацаны. Все. Ай-яй-яй. А вот играл бы я не на геймпаде, были бы у меня и аптечки, и чуваки бы сейчас сдохли все. Но это челлендж. Так, он что, уже один, что ли? Нет, еще два. Сейчас я ему устрою. Не всем связались. Высовывайся ты с гранатой. Все, нет гран... Нет, граната есть. Все, нет гранаты у тебя. У тебя дробовика. Хватит стрелять в меня вообще. Ну. Почему они на бегу стреляют? Это что было? Это он меня попал, да? Кого я прицелился? Так, вон голова. Да. Вот и все. А-а-а. Круто, бро! Классные плакаты защитил, да? Отлично. Там вроде кто-то еще есть. Вот сейчас я переключился, и я не попал по более утоляющим. Раз на раз не приходится, но, видимо, я как-то сильно промахивался. Так. Патроны пока есть. Что он здесь сделал? Так, ладно. Пора их всех убить. Там вроде никого нет впереди, да? Просто музыка настораживает, она еще не кончилась. Извините за витрину, я... Пришлите мне чек. Откуда ты взялся? Вот, вот. Окей. Вот почему музыка такая была, да? Значит, тут есть какой-то подвох. Значит, там еще кто-то есть. Ладно, может, он меня в спину убьет. А вот, походу... Да, все, ладно. Побежали. Дальше. Две аптечки. Неплохо. А вот почему музыка. Понятно. Умри. Я видел его мозги. Видимо, этот футболист умер. Почему нам ничего не говорят, когда мы осматриваем улики? Вот сейчас опять я по... Так, может, у меня в настройках там что-то не так стоит? Настройки. Так. Более утоляющие, вверх. Ну, я, походу, даже выбирать не могу. Ну... Значит, я просто... Блин. Опустим этот момент. Окей, так. Ах, вот почему, да? Ну ладно. Хорошо. О, черт! Нет, я не хочу умирать. Так, встань. Да. Чтоб тебя. Сдохни. Граната, ну конечно. Убегай, убегай. Все, доигрались. Что ж ты не умираешь? А, у него, извините, у него килларовый вест. Хай-тек амуниция. Давайте, пацаны. Че, не попал? А, я тоже не попал. Высовывай голову. Давай. Я вижу твой фонарик. Снайпер. Черт. А, ну, в общем-то, спасибо. Да хорошо, бегу я, бегу. Тут что-то должно быть 100 пудов. Что такое-то? Так, я не буду играть. Counter-Strike. Беги, Макс. Подбери оружие. Я бегу. Погоди, паса, стой. Все хорошо. О. А, черт. Черт. А, аптечки, ништяк. Так, ну... Вон он стоит. Скорее всего, я должен сделать вот так. Окей. Вот и все, господи. Ну? У меня отлично все. Спасибо, бро. Да, винтовочки у них. 2 баррета. Неплохо. Не дешевые игрушки, по идее. Ну что ж. Конечно, ее надо выкинуть. Ах, так, так, так. Нет, геймпад я отложу в сторону. Я не буду с кемпы стрелять на геймпаде. Там нет автоприцеливания. Прицеливаться буду 100 лет, его убьют уже. Извините, если я вас разочаровал. Я могу попробовать, в принципе. Но я думаю, все плохо кончится. Так. Или давайте попробуем. Нет, не будем пробовать. Бум. Упс. Чуть заранее надо стрелять. А, ну ладно. Ну хорошо, хорошо. Я тоже на геймпаде буду. Сейчас посмотрим. Ну видите, как долго все это? 3 часа. 3 часа он так поднимается. Ну, ладно, хорошо, поднимается так долго-долго, и потом только... Ну ладно. Просто вот сейчас я, наверное, его могу не успеть прикрыть. Смотрите. Так, окей, один. Вот Вот где? Вот 3 часа. А. Да что такое? Я его не вижу. У меня геймпад, пасос, подожди. Да ладно, хрен с ним. Где ты его видишь? А, господи. Потрачено. Вот сейчас на геймпаде, сейчас я знаю, где противник. А, хедшот. А, все, нормально. О, видели его лицо? Ладно. По нему все-таки попали. Не будем стебаться. Окей. А может, тут все-таки есть автоприцел? Сейчас проверим. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Автоприцел. Не, нету. Все, я вижу его, пасос. Не переживай. Все? Ты в порядке? Нет? Есть у меня патроны, где люди-то? Сделано. Вот я не понимаю. В той комнате, где остался пасос, там было... Так, окей. Там было много разнообразного оружия. Да, то есть и береты, даже автоматы были, то есть МП5. Вот, так, вроде все отъехали. Пасос, ты где? Я ничего не жду, я жду, пока геймпад пропустит. Все, 5. Я не хотел. Там дробовик лежит, пасос. Вот почему я сам должен был всех убивать, а ты? Да господи, умри. Давай. Перезарядись пока. Вот, а ты не можешь убить сам врагов. Все, отлично. Где? Все, труп. Еще раз выстрелим, еще раз. Там даже кровь пошла. Я думал, ты ее кручу, но... Дай мне убить его. Все. Разобрались. Все окей? Пасос, не молчи. Окей. А мне весело было, да? Да-да-да, давай. Отлично. Давай быстрее, пасос. Сколько у них снайперов-то, господи. Но? У меня такое чувство, у вас нет такого чувства, нет? Меня сейчас убьют. Ну, в смысле, у меня не получится. Че так тихо? Музыка исчезла, людей нет. Давай в микрофон что-нибудь скажем. Place was like Fort Knox. Hey, Pasos. Pasos. I've got you on the security. А, окей. Security камера. What's going on there? I think the guys that came to rob us are coming to finish the job. Remind me again, who are these fine gentlemen? Окей. Мы привезли деньги на вертолете посреди стадиона. У нас их отняли одни пацаны. Но на пацанов напали другие пацаны. И теперь мы мочим одних пацанов по пути к другим пацанам, у которых деньги нашего главного пацана. Слушай, это же Голливуд. Тут как бы какую бы ты кнопку ни нажал, тут у тебя будет нужная камера. Это по-любому. Не я это придумал. Так. Какой он четкий, а? Так, ладно. Возьмем пистолет. А, нет, возьмем автомат. Так, гранату только мне не кидайте. Ты уже, я смотрю, ты уже сдох. Так, ну, что мы будем делать дальше? О, вертолет наш. Классно. Так. Че, побежим. Поднимайся, слоупок. Так, вроде все. А, вроде мы справились. Так, там ничего нету. Ничего тут нету? Реально, что-то я улик... Вроде там много улик должно быть, а я все их не нахожу. Умри. Ай. На что она? Он еще жив. Вот реально, вот. Очень много попадать надо, Вот что значит другая сложность. Так, а что там у нас было? Ничего. Стреляет сам. Okay. I'm going up. Believe me, I ain't gonna drag this out. Давай же. Так, вроде они... Конечно, надо было выскочить в тот момент, когда я отвернулся. Ну да. Выпеку я вот эту вот штучку. Да, пожалуй. Да. Да. А, я его убил. О, я думал, он меня убил. Отлично. Что? Что? Ну что ж. Мы как... Ну что, так делали сегодня? Часом ранее. Мы упали в бассейн. Да. И... Лучше бы я в бассейн упал, на самом деле. Это не я прицелился, а в то самое место. Не подумайте. И убежал. Честно. Типа не я. Марафон, друзья, марафон. Вы реально думаете, что мы сейчас заберемся в вертолет и тупо улетим? Все серьезно? А, нет! Я знал. Кино всегда так. Ну, я тебя запомнил. Я думал, нас взорвут. Sure, trouble finds us the same way you found me, slumped in a bar, drunk on self-pity. I'd been sitting at the bar for 3 hours, or about 5 years, depending on how you looked at things. I tried not to look at things. I tried not to think about when it was that my existence became less about the things that make up people's lives, and more about the holes that losing those things leave behind. But I wasn't doing a very good job. Макса. Этот галстук. Хотя галстук я уже не помню. Какие модные латиносы. Давай бухнем, что ли. Where the fuck are your donuts? This kid had a well-developed sense of humor for New Jersey. Seriously? I thought I told you to get out of here, old man. Yeah, old man, old man. It's a nice echo. Your gorillas have personalities of their own, or they just agree with everything you say. Very funny, old man. Very fucking funny. That's hilarious. Yeah, has-been washed-up old cop should go on TV. Tell some jokes about how you got your wife killed. Что-то у меня такое ощущение, что... Or how you got involved with killers. Я тебя грохнул, Латина, слышишь? I own this town, amigo. That's a good line. Эти пацаны реально ничего не слышали, что ли? Что Макс всех перебил в городе? Самый крутой чувак вообще. Да капец. Окей, окей. Я тебя запомнил. О, да у тебя есть пушка! Не убивай меня! Да? О, пасос. Походу, пасос, как реальный агент, изменит положение, да? Классный револьвер, бро. Я наиграл 100 с лишним часов в мультиплеер, а из сюжетной линии я прошел только буквально... Ну вот до сюда дошел, и дальше я вроде не играл. Вроде нет. Точно не помню. Я остановился где-то на 4-й, может, главе. Там, где мы плывем на катере, мы два крутых чувака. У меня классный пистолет с глушителем и фонариком, я помню это, да. И все. А дальше как обрыв в памяти. Должно быть, что случилось в тот день. Так что это для меня, можно сказать, в новинку. Я ее не прошел, несмотря на то, что я фанат серии. Макс Пейн вообще был, наверное, моей самой первой серьезной игрой. Да. Ну, я имею в виду. Которая мне реально понравилась, которую я долго играл, несколько раз переигрывал. Пасос веселый чувак, на самом деле. Опять? Так. Не, сейчас что-то будет. Ну, как обычная девочка сразу. Да, не из пугливых. Бум. Ты труп, дайте мне. Да почему? Я хотел в бошку пальнуть. Блин. Да дайте мне... Постреляй, дайте мне. Душпэк, я слышал слово душпэк. Прицеливайся, что я... О, у меня... Мне кажется, или у меня... Золотой кольт. О. Золотой кольт. Ладно, окей. Видимо, я собрал все части кольта. В прошлый раз. Идем дальше. А! Там, наверное, есть таблеточки, да, у нас? Есть. Реально есть. Девочку вырубили, она уже сидит, как ни в чем не бывало. Так. Что такое? А наверху что-нибудь есть? Никто не видел. Есть дробовик. Возьму-ка я его. Что ж, давайте немного отдохнем. Пока что. Да, немного паузы, а то, наверное, устали пока что. И... Так. Напоминаю, что сегодня вы можете выиграть Mirror's Edge абсолютно бесплатно. Да-да, совершенно. Совершенная халява. Mirror's Edge на халяву. Получится ли у вас? Или не получится? Увидим. Так. Ну что ж, отдохнули, да? Ну, поехали дальше. Заново. Я не нажимал паузу. Так, убей его, убей. Я в ноги умею стрелять, пацаны. Вы не думайте, там не за что скрыться. Размер дырки видели? Вот это геймпад. Вот это геймпад, реально. Так. Опять же были утоляющие. Не будем долго бегать, потому что пассы, наверное, опять убьют. Возьмем все, что нам нужно. Ничего не взяли. А, так, там где-то... Ну, что там где-то, короче, ладно. И почему... Я суюсь вперед всех. Все? Да, да убей ты его. Вставай. Окей. О, как, откуда взялись-то, господи? И последний. Увидели? А стоечку прострелил. Да, опять. Как я вас ненавижу. В глаз получил, да? Где ты? Вставай! Ладно. Потому что не надо было меня стрелять. Глупо это все, пацаны. Чё-то девочка на машине. На геймпаде жалко нельзя, хотя можно, но так ничего не понятно. Поворачивать камеру там быстро очень. Ха! Я не гангстер вообще-то, у них-то не золотые пистолеты только у меня. Я не гангстер, я коп в запасе, я убил очень много плохих людей, и одним из трофеев был золотой кольт с расширенной обоймой до 12 патронов. Сейчас, как видите... Он потерял свою. Нет, вот сейчас опять золотой. Да. Что у меня есть? Ничего у меня есть. Ой, что у меня есть. Ой, не та кнопка. Почему я нажал не ту кнопку? Я хотел перезарядиться, а встал из укрытия. Окей. Я не боюсь. У меня есть таблетки, мне ничего не страшно. Вау, я не взрывал машину. Все, как в старой доброй первой части, да? Два пистолета. Тачка, взорвись как-нибудь. Она не взрывается. Взорвалась. Вот и все, господи. Смотрите, сколько золотых обоим. Раз, два, три, четыре, пять, шесть золотых. А, у меня берета тоже золотая. Билет, кольт. А, это два кольта, извините. Ну что ж. Если вам... нужны золотые слитки за бесплатно, да? Они валяются где-то по бокине, или как его называют, в общем, неважно. Тут есть маленькие такие. Они исчезают. Поторопитесь. Полечусь-ка я. Возможно, я пропущу... Почему-то я не бегу, а иду. Не знаю. Должно быть так и задумано. Больше гангстеров, больше гангстеров. Я не то чтобы тебя прикрою, я их убью просто. Так, пацаны, у меня 3 тачки. У меня золотые патроны. Золотые патроны. Золотые патроны убивают гангстеров намного быстрее, как вампиров. Серебряные. Эксклюзив Max Payne. Так, одна тачка взорвалась, я по ней даже, в принципе, и не стрелял. Вот и все. Красавчик. Так. Ну что ж. Виски. Maybe I just haven't found the right guy to put a bullet through my head yet. I just don't know. I can get you work, Max. Просто тот парень как бы учится в балетной школе, и он исполнял очередной, как там называется, па. Ну и, да, пуля ему в этом помогла. Так бы красиво на слоу-моушене его бы не показали, если бы не наша пуля с вами. Так он попал во все камеры, его даже транслируют сейчас на Твиче, на СК2. Парень популярен. You've mourned enough. I ain't a cop no more. And this ain't cop work. This is protecting people in places where the cops ain't too hot. No thanks. Он вас, вам никого не напоминает в этой классной шляпе? Больше гангстеров. Это итальяшка, что ли? Так похож на итальянца с мафией. Сейчас мы его, наверное, убьем. А, ну это батя, понятно. Да. Следить надо было за парнишей, господи. Со словом ходит маленький еще. Ой, зеленый лазер. Что-то новенькое. Что-то меня сыкано туда идти. Что там, кто-то есть? А его... Это был враг? А, да, это был враг. Умри. У меня золотые пули. И ты тоже умрешь. Все, сдохли. Так, тут, наверное, где-то есть аптечки. Че тут? Посмотреть, что там. Во! Комменты пошли. Так. Пистолетик. Вы видели? А, реально, у него есть что-то... Сейчас, а то опять убьется. Что-то божественное. Лежал пистолет на столе. Макс только к нему притронулся, он стал золотым. Так же, как вода в чаше превратилась в вино в свое время. Ладно. Это просто говорит нам о том, что это история реально... потрясающим, замечательным человеком. Пусть, да, у него тернистый. Окей. Может, я вас убью? Ха, я вас убью. Так, стой. Все, господи, проблем-то. Там еще есть, да? Так, они все умерли? Нет, не все. Еще есть, да? Я и не знал. Прикольно. Там кто... Не, никто не жив. Все, классно. Пошли дальше. Помните, да, эти? О, Ингрэм. Так, хорошо. Помните эти замечательные дома и квартиры? Вау! Дай 5, старик. Это следующая версия Макса. Больше борода, длиннее волосы, больше виски. Давай, бывалый морпех, пока. Че, его грохнул сейчас? Че? Нормально. It was hard seeing Brewer go out like that, but I got to thinking it was what he was waiting for. Так, окей. A chance to make a difference. Да, кстати, у него есть что-то общее. The apartment made me wish I'd got to know him better. Пицца. Пицца. Черт. А в этой игре что-нибудь кроме рояля можно там, не знаю, пиццу кушать? Нет? А жалко. Окей. Так, вырезки я смотрел. Ладно, все, пойдем отсюда. Она чё? Ладно, не важно. Rent was gonna have to be lowered in the building. That was something the tenants committee could thank me for. Все везде заперто. Это так по Макс Пейновскому. И это тоже. Кстати, энграмма у меня тоже золотой. Я же говорю, это божество. Заметили, что с трупами стало? Это 18+, господа. Прошу отвернуться, кому не исполнилось. Класс. А деревянные двери, в принципе, пофигу. О, тут что-нибудь есть? Ну, что тут нет? Окей, я так и знал. Так, сейчас отойду. Мозг-то накаливается. Алан, для храбрости. Понеслась. Да шо ж ты не вовремя? Да умри ты. Там еще. Как я не вовремя, да? Так, гранат у меня нету, к сожалению. Ладно. Так, пацаны. Окей. Никто там не обходит, да? Возьму я вот это. Да, главное... Опачки. Главное для храбрости. Главное для храбрости, выпил я более утоляющего. Все, значит, жизнь удалась. Так, здесь была куча трупов. Почему-то они куда-то делись с лазерными указками. Так. Все понятно, вы трупы, чуваки. Я автоприцел, ты где? Понятно, окей, будем так прицеливаться. Да, да не бегай ты. Чего у меня не стреляете? Да. Да господи. Все. Так, музыка все еще такая живенькая. Мне кажется, ага, да, так и есть. Вы заметили, что с этого моего золотого кольта, да? Они умирают куда... А, хотя нет, все понятно, я все понял. У них нет бронежилетов. Угу. Окей. Сколько у вас, пацаны? Что такое, кстати? Вау. Там что, внизу кто-то есть? Я не понял. Да вроде нет. А кто меня стрелял? Козлина. Все готово. Felt strange to be at the center of it again, the target that is, like an old comedian hearing one last round. Заметьте, даже частично прорисовка улиц, да, как в первой и второй части. С той же хреновой графикой. Ну ладно, тут главное не прорисовка улиц второстепенных, а сам сюжет. Все-таки это кино. Реально хорошее кино. Так, у нас есть инграм. Угу. Это мне уже Человек-паук напоминает. У них есть калаш. Калаш — это самый мощный автомат в игре, хочу заметить. Ну, по крайней мере, в сетевой это точно. Он просто офигенен. Ну чё, понеслась? Вау! Эпичный момент и золотой ингрэм. Да, Мак-10 типичен. Окей. Как ты вовремя, Пасос. 5 минут ago. You were doing fine. It doesn't feel that way. Well, you ain't lost it. Hey, it looks like there might be a way down through the wreck up here. There were wrecks all around, and not the kind you fix up for a weekend project. These were the wrecks you cross the road to avoid. У вас, может, сейчас тоже вы задаетесь этим вопросом. Где калашниковы? Я видел как минимум 2. 2 калаша здесь было. 2. Где они? Это как стачка, которая пропала в самом начале игры. Это ладно, спишем это на киноляп. Оружие все одинаковое. Все, создано, чтобы убивать людей. Какая разница, какое? Правильно. Конечно, я опять вышел на Макса. Естественно. Само собой. О! А вот у них калаши. Калаши. Так. Что, в кого? В кого? Отлично. Господи. Что? Нет. О-хо-хо. Так, мы чуть не отъехали с вами. Отлично, аптечек вообще нет. Может, здесь где-нибудь будет? Ух ты. А, ну да. Только и говорите, что можно было обойти и убить их всех сбоку. Так, Пасос, походу, я отжал калаши. В общем, вот калаш. Возьму я, наверное, его. Если найду сейчас патронов, но нормально, то и дальше буду бегать к стене. Сейчас мы это узнаем. Да, патронов нашел, в принципе. Нормально, пошли дальше. Keep moving. А ты что, будешь мне зад прикрывать? Да что ж такое-то, господи. Я кто-то еще... Ну да. Да не, everywhere, я всех убил уже. Ну, кроме одного. Он стоит за этой... А, еще один. Вы это видели? Вау. Такая дырень. У него даже опухоль мгновенно образовалась. Фу. Это было что-то. Не завидую его голове, честно. Это... Ладно. Проехали. Две аптечки. Я в шоке до сих пор. Что-то мне это... Так, кто-то спер мой золотой Мак-10. Опять. Опять! These chumps have been chopping up cars around the corner from my apartment for the last year. Конечно. The ex-cop and me clocked it months ago, but the deadbeat and me didn't give a shit. Чуваки появились из ниоткуда. Так, окей. Да вы все сдохнете, хватит стрелять. Так или иначе. Ты что в тебя, а? Что в тебя? Вставай, вставай, бро. Но. Вот и все. Ампутата. Так. Что ж. Активная битва. Естественно, меня никто не убил. Походу, надо играть на еще более жестком уровне сложности, чтобы меня... Хотя нет, хватит. Я не знаю, что дальше будет. Мне просто везет. Опять 4 золотых обойма. Кому надо, обращайтесь. Да. Пасостый молоток. Открыл нам дверь. Мне кажется, сейчас пасоса грохнут. Нет, сейчас меня грохнут, конечно. Я как знал. Получив зубы. Кто там? О! Че там, голова высунется? Давай, парень! Ну? А, вот и она. Ну, конечно. Калашников, чтобы прострелить дерево. Нет, вы что? Сдохнешь ты. Отлично. Ох, даже завибрировал. Че это он? Я не совсем старый, слышишь? Вот и все. А на случай простуды у меня... Есть более утоляющее. Yeah, nice. Ну что? А вот дальше я не играл. They were a group of paramilitaries. You'll have to forgive me for not being able to follow all this. You're not supposed to follow it. The government can't even follow it. It ensures that no one's ever guilty. So why'd they do it? Bust us at the stadium. Somebody told them we were going to be there with a lot of money. Anyway, the money's gone. Ну как тебе сказать? Если кто-то позвонит, мы все это услышим. Yeah, me too. Мы даже поговорим с ним буквально секунд 10. Просто никто не мог дозвониться до сих пор. Если кто-то вообще звонил. Хотя, мне кажется, люди приходят, уходят и не знают про эту штуку. Ну ладно. Нужно будет запустить что-то типа бегущей строки. Если эта идея вообще удастся реализовать. Посмотрим. Наверное, просто Mirror's Edge никому не нужен. Ладно, потом будут другие игры. Не унывайте, не падайте духом. So that was it, was it? Say the magic word and be absolved of your sins. If only shit were that simple, I'd have done it years ago. Me, I've been stuck in the past so long, I'd forgotten what year it was. У него уже более приятная щетина. Крутая прическа, он опять мокрый. Пастас, походу, сейчас опять куда-то убежит, и я буду совсем один, а он типа меня прикрывает. У меня есть бронежилет, ну что ж. А вот и берета, кстати. Вы говорили, что берета нет. Нет, берета есть. Это ПТ-92, надеюсь, называется. И вот она у нас сейчас в руках с глушителем. Что ж, убить этого парня сейчас пока нельзя. И до сих пор, и до сих пор. Я его убил. А, да, стелс-миссия. Черт. Черт. Ну, ладно, надеюсь, никто не увидел то, что я его убил. Looked like Passos had brought us to the right place. That was the chopper the Commando Sombra used to escape the nightclub attack. If that one wasn't around here, then at least. Боюсь, что да. Это ненадолго стелс-миссия. Потому что я... Ух ты, как вибрирует джойстик-то, а? Почему, если это стелс-миссия, джойстик так вибрирует? Ладно. Чё там? У меня крутой бронежилет зато. Here I was, some hopped-up gringo a long way from home, making trouble the only way I knew. As the weather worsened, I caught a glimpse of the rusted shells of previous lives that had been lived out here in this swampy shithole, and I wondered if I would end up the same way, or what would happen to that girl I was supposed to protect. Так, Макс, с девушкой все будет отлично. Это же ты, Макс, не унывай. Сейчас мы всех убьем. A bullet will sometimes work as well as a key. Это к чему? А, походу я понял, к чему-то это. Так, ничего необычного. Никаких золотых плюшек здесь нету, да? Мне нужен какой-нибудь ствол, не знаю. Ладно, хорошо. Бум. I had no idea what lay ahead, and as much as part of me would rather be anywhere else, I knew this was where I had to be. I felt responsible. Почему все так? А, ну ладно, это же стелс-миссия, точно. Right here. Стелс-миссия. Прям не знаю, что сказать даже. Насчет того, что это стелс-миссия. А, понятно, вот и враги. Все. Походу, на этом стелс-миссия кончилась. I couldn't understand them, but I didn't have to. Cheap hoods are the same from here to Timbuktu. Whoa. Все. The slab of meat on the boat was clearly the boss. Serrano, they called him. And it seemed that our suspicions were correct. Fabiana was here, somewhere further ahead. I had to find her quickly and quietly if possible. Last thing I wanted was a party with these clowns. Так, да блин. Все, это не стелс-миссия. И походу Что-то я слышал сзади там. Да, и походу мне капец. Только выйди. Чу. Сдохни. Только выйди. А, ты, наверное, там. А, нет. Видите? Это больше не стелс-миссия, пацаны. Как в воду глядели. Похоже, они не подняли слишком много шума, поэтому мы можем двигаться дальше. Сейчас только что-нибудь возьмем. Да, возьмем. Так, у нас... О, тут с перками оружие. Я даже не знаю, если я подниму следующее, оно... Оно не с перками. Окей. Перезаряжу то на всякий случай. Все. Вы говорите... Нет, меня по телевизору ты, наверное, не видел. Хотя... Хотя в Украине, возможно, ты меня видел по телевизору. Возможно. Летом. Но я не думаю. Привет еще раз, кто вновь подключается к нам. I'd seen enough to know that Fabiana was at least alive, if not exactly well. Заметьте, у них опять Калашниковы, да? Я... Так вот, когда я к ним прибегу, у них их не будет. Нет. И... Нет, я даже не знаю, что такое Дуров плюс один, если честно. Вы хотите сказать, что я не знаю, что я тут, да? Так, ты точно знаешь. Ты сдох. И ты знаешь, ты тоже сдох. Все, кто знает, должны умереть. Сколько вас? Чё-то их много. Где был прицел? Я что-то не понял. Ай-яй-яй! Так, пацан, не забегай ко мне. Не забегай. Я предупреждал. Не надо было. Все. Я нет, я не украинец, я с города Санкт-Петербург, Россия. Так. Вроде все посмотрели. Тут у нас... Мы отсюда пришли. Понятно. Окей. Не аптечек, а у меня и так много их. Че, вроде неплохая заварушка была. Заметьте, где калаши? Где? Где они? Я даже вот так сделаю. Где калаши? Где? Где они? Где? Спасибо, Наверслеп. Стараемся. Так, окей. Это что такое? Много патронов, но я могу их даже взять. Я могу их даже взять. Ты выкинул не тот пистолет. Вот так вот, молодец. Там опять музон, я не понимаю, почему все бразильцы... А, ну да, это стелс-миссия для нас. Ай-яй-яй, что с игрой, Полноэкранный режим, господи. Все. Все обошлось. Я, как обычно, не вовремя... Решил что-то сделать. А, вот и Калашниковы, наши долгожданные. Окей, возьмем один. Конечно, больше у вас... Что это было? Где мой крутой пистолет? А вот и он. Фу. Хо-хо-хо. Ты думаешь... Окей. Да, видимо, я хотел его пнуть прикладом, реально, честно. Но тут почему-то нельзя. Хочу забраться наверх, потому что тут калашников. О! Я смотрю, тут никого даже нету. Кто может тут шорох-то поднять, в принципе? Да-да-да, я уже стрелять. О, там еще справа кто-то, 100 пудов. Нет. Или да. О. Вау. Так, ты меня не убьешь. Слышишь, нигер? Это не дискриминация, нет. Может, мы убьем его в ладошку, не знаю. Или в голову. Да, убили. Так. Вот читер, господи. Ну, я в смысле. Геймпада такая читерская вещь в этой игре. Хотя, на самом деле, порой неудобно. Да. Видели, у него какой золотой клык, да? Видимо, он умеет делать то же самое с вещами, как и я. Обращать их в золото. Так, все собрали. Все круто. Пробежимся. Вот это, видимо, опять стелс-часть, потому что он сам достал пистолет. И эти камеры... Они террористы, господи. Знаете, так раньше снимали, типа, нам нужен ваши деньги, иначе мы убьем вашего сына. Ну, тут так с женой, наверное, было дело. Так, там что-то можно... Камеру. Порнушка какая-нибудь записана, наверное. Прошло уже много времени, да? Довольно-таки немало мы локацию пробежали, но ничего золотого мы не нашли. Очень-очень странно. Хотя там что-то пила какая-то, циркулярка. Я слышу циркулярку. Так, ладно, пошли. Так медленно бегает, господи. Так, ладно. Фонарик выключи только, это же не стелс иначе. Фонарик, Макс. Да, стелс, ага. There she was, right in front of me. The drunk fool in me wanted to make a play. Платьице уже потрепанная, девочка уже вся грязная, прическа уже не та, естественно, это не... Уже много времени прошло с той самой вечеринки. Так, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. 7 пацанов. Что нам сделать? Ну, тут стелс не получится, я думаю. Хотя, хрен с ними. Че, вроде все трупы. А, нет, не все. Ай. Что вы делаете? Вау. Все. Нафиг возьму калаш. Что-то, а то опять какая-нибудь лодка упадет. Мне надо будет лететь, а там всего 15 патронов. Что это? Что, блендер, что ли? Нет, какая-то лампа. Наверное, дулями тут. Ух ты. О! Нет, насколько бы я поклонником этого револьвера не был, я его не возьму. Хоть он мне не нравится, естественно. It seemed Serrano's boys had targeted the entire Branco family and didn't give a shit which one they pinched. Интересно. Эта кнопочка. I opened the door to the next circle of this low-rent hell. Ну что ж. Сейчас посмотрим, если что-нибудь... Что это было? А, нет. Если что-нибудь золотое здесь. Потому что да, оно есть. Ну что ж, наша золотистая медалька. О, деталька. Классно. Одна из трех. Считай, сдох, пацан. Ты тоже. Все. Еще желающие? Нет? Никто? Кстати, как вам графика в этой игре? Нравится? Мне лично очень. Ну как? Мне нравится. Сделаем так. Опа. Золотой калаш. Я вот, блин, а где его найти-то? Даже не знаю. Я хочу золотой калаш. Ладно. Мы найдем. Я верю в это. Золотой калаш. Золотой калаш, естественно. Че ты встал-то? Ай! Как удобно, а? О, это у нас FN Fall. Тоже классная пушка. Но мы за золотой калаш. Слушай, текстуры. Да, у меня на среднем. Ладно, пока не буду менять, не тестировал. Вдруг у меня лагать будет, я не знаю. А может и не будет, но... Мы же за качественный контент, верно, ребята? Поэтому экспериментировать сейчас не будем. Потом, завтра попробую. Если будет классно... Следующий наш выпуск уже будет с полными текстурами и со всей крутой графикой. По мне так и так красиво. Что-то все нет. Ух ты, взорвать можно. Сейчас. Задокримся. Ой. О, золото какое-то валяется, видели? Да, в принципе, какая разница? Графика, ну просто и так красивая очень игра сам по себе. Что же у нас от пулемета часть? Хорошо. Хоть что-то есть. Я, может, туплю. Как? А, все, я понял. Ну, я на самом деле не думаю, что значок Макса на высоких настройках будет намного прорисованнее, чем на среднем. Потому что средний это все-таки не самый минимум. Это тоже сносно. Ну, довольно-таки хорошая графика. И... Сколько их там, а? Столько голосов. Я не хочу идти, там граната есть. И окон нет. Ладно, была не была. Я в него даже не... Я его даже не видел. Ай. А, ну замечательно, блеск. О, пронесло, пронесло. Отлично. Не, ну почему? Там еще и минимальные текстуры. Я думаю, там вообще капец. Так. Что вы все ныкаетесь, а? Так, одна аптечка осталась. А их все больше и больше. Ну, слышите, их там как будто с десяток. Честно. Я особо не хочу. Умри. Я особо не хочу. Блин. Так, заныкаемся. О, сейчас будет взрыв. Так, ладно. Чувак, сейчас мы его позорвем. Да что ж, прицелься. Видели? Взрыв. Попада. Эффектно, очень классно. Такое чувство, что Макс думает, что он... Где бы он ни был, он должен видеть Фабиану. Выстрели на Макс. Не все так просто. Это не так же просто, как найти золотой калаш. А что здесь вообще есть у нас? Золотое оружие. Так, золотой микро и... Золотой пулемет, и все. Ага. Ну... Ну ладно, здесь нет золотого калаша, вы уж извините. Ой, еще хочу взорвать. Хочу напомнить вам, что мы в Бразилии. Очень странная и красивая страна. И здесь... Ничего интересного нет. Где мои золотые части? Давайте же. Я знаю. Пересечешь. О, вот что я искал. И... Знаете, к черту инграм. У меня теперь дигл. Так. Дигл круче. О, еще золотая часть. Все, у нас получится. 2 из 3. Ништяк. Там вроде ничего нет. Или есть? Не, нет. Так, пульт, идем к пульту. Извините, я не дал прочитать, но... Ладно. Надеюсь, там просто про виски и девочка. У нее платье все грязнее и грязнее с каждым разом. Верх у нее вообще черный стал. Так, Макс, у тебя дигл. Будь уверен в себе. Сейчас мы всех убьем. Выпьем для рывка. Я в тебя верю. Да. Не знаю, где враги, но, в принципе, это не важно. А вот и враги. Бум. Бум. 2 патрона и все... Это... Ты что такое-то? Я чё? О, черт! А, хе! Тут можно плавать. Все, не впервой. Где этот катер? Где? Ладно, бежим дальше. В смысле? А что здесь застревать-то? Мне кажется, мы сейчас быстренько пройдем. Нет, меня убили. Быстренько мы... Кто-то меня... Ну все, быстренько мы это не пройдем, мне кажется. Ай! Так, меня расваливать отсюда. Геймпад, стреляй! Да вот и все. Ничего мы не застряли тут. Ничего. Все классно. Все. Уже и врагов нету. Может, тут очередная золотая часть есть? Не, просто почему еще долго? Мы же ищем золотой пулемет. Как-никак. Так, главное не упасть в воду. Не, мне сейчас кажется, я свалюсь. О, вот золотая часть. Видели? That's what I'm talking about. Золотой пулемет. Найдены все детали. Ну чё, кто там хотел золотой калаш? Пулемет не устроит? Кстати, очень интересно, что мы ищем части... А что делать? Что делать-то? Понятно. Да, опять ты. Кто меня убил? Кто меня убил? Что ж, окей. А, тут уже мы это, научной жизни, да? И мы не рвемся. А, все, вы трупы, пацаны. -1, -2, -3. Господи, всю жизнь эту делаю. И еще один. Тут еще. А, вот он. Вот и все. Да, я понадеялся, что... Что там никого нет, как и сейчас. А там оказались. Ну ладно. Да опять! Стоит в чат посмотреть и все. Да-да-да, геймпад. Да что ж ты. Попади. Так, ладно, запрыгнем туда. Не запрыгнем туда, хорошо. Да где, откуда? А, все, я вижу тебя. Один хедшот, давай. Что ж ты будешь делать? Есть уже. А, ты труп. Так или иначе. Так, там вроде еще один чувак был. Че, кнопочки, кнопки. Что? А почему нет? Мой Макс довольно-таки положительный герой. Я не убиваю ни бандитов. Та девушка в клубе... Не я ее убил. Честно, не я. Это был... Это была случайность. Это не я. Наверное, один из бандитов случайно попал в нее. Все. Да. Опять вы! Сдохни, водитель. Я убил водителя. Как? Как они управляют? А, походу они не управляют. Да, точно. Сейчас я его убью. Давай. Ай. Нет, ладно, я его не убью. Подойдем поближе. Я его убил. Кто? Кто? Фанат. Футбольный. Можно было просто взорвать и все. Опять что-то я. Я, главное, их взрываю. Карусель, карусель. Да. Я на самом деле думал, что будет какой-нибудь косяк, и они будут нормально плавать, даже без водителя. Откуда... Откуда она знает, что Макс тут? Неужто она его увидела? Так, наверное, надо стрелять, будет стрелять. Нет. Нет. Так, ладно, мы плаваем. Какой-то водный день сегодня. Не кажется вам? А почему нет? Пасос все-таки телохранитель. Ему же не... Вот, вот и Пасос, видите? Вспомнишь... Плохое... Короче, вспомнишь плохое, вот и оно. Вы поняли, о чем я? Почему? Почему я должен был это все делать за него, реально? Почему он не помог мне? Где он плавал? Типа, да, будет когда-нибудь такое место, когда Макс упадет в воду, а я на своем катере приеду и спасу его. Угу. Конечно. Что такое? Да, да. Да умрите вы. Откуда они берутся так? А почему? О, у меня золотой пулемет. А вот и пулемет. Все. Как странно. Че, где, кто? Почему я ничего не могу делать? А, вот могу. Да господи, убей ты их. Патроны бесконечные. Че со мной? А. Как в добрых старых добрых фильмах Сарни, помните? Там в каком-то из них был такой момент, когда катер куда-то улетает. Я надеюсь, я ее не пристрелю, да? Ведь... Ну, вы ведь в это верите, да? Да ведь? А что такое? Что надо было делать? А... Не знаю. Да шо, что будешь делать, а? Что это? Похоже, мне капец. Да что? Да я не могу на геймпаде. Я не попаду в геймпаде. А-а-а! Попроще что-нибудь выберите, попадите в коктейль молотова на геймпад. Фу, на геймпаде. Опять? Граната! Труп. Да и вы трупы. А у меня все еще бесконечный пулемет. Классная игра, мне реально нравится. Все? Все? Ой, еще, еще, еще. Что это? Опять граната! А, окей. Ой-ой-ой, сейчас будет взрыв, пацаны. Тут вообще почти делать ничего не надо. Мне кажется, вот это вот... Ой, я хочу взорвать. Отлично. Мне кажется... А где? А, вот этот, вот этот момент для геймпада самое то. А если вы хотите поиграть в игру такую с сюжетом и с геймпадом, поиграйте в Мафию 2. Реально. Игра классная. Возможно, потом мы ее тоже постримим. Что такое? А что делать-то надо? Меня больше испугала вибрация жестика, чем этот взрыв. Ну, хотя я не ожидал его. Ну ладно, окей. Им тоже весело это, я смотрю. Опять! Да господи, прицеливайся ты! Давай, водителя убьем! Водителя! Да! Блин, вот это мне нравится, а! Да очень много, на самом деле очень много сейчас игры делают с поддержкой геймпада, да? Только не везде это все классно реализовано. Вот в этой игре мне нравится, реально. Я бы с мышкой поиграл, но я уже так привык к джойстику, ну, Max Payne, что я не знаю. Решил побаловать вас, что ли. С мышкой так банально. В Архам Сити тоже, да, можно там классно поиграть. Да что ж ты. Кстати, как... Вот лох. Так. Да убьем их, Макс, давай. Как Пасос... Где противники еще? Как Пасос починил весь свой катер так быстро. И обшивку впереди тоже, которая, в принципе, сгорела. Я не думаю, что... Блин. Все? Перезаряжать надо, классно. Я не думаю, что тот коктейль Молотова, который нас попадал, убил тупо движок, который вообще сзади был. Значит, как-то глупо. Ну ладно, это кино. Это Голливуд. Умрите. Опять? Да почему? Я тоже хочу сквозь деревья стрелять. Взорвись ты. Чё это? Чё это вдруг? Не кушает никто какашки. Просто автонаведение. Подумаешь. Это единственная игра, где я этим пользуюсь. Дайте мне в нее так поиграть. Мне нравится. Потому что я ненавижу джойстики в экшенах. Из-за вот этого вот медленного прицеливания. Давай, убей. Что ж ты будешь делать? А вы прикиньте, да? Как? Кто там? Как это все без автоприцеливания на геймпаде пройти? Я не представляю, я бы выкинул его, честно. Да кто там опять? О, классный момент сейчас будет. Черт! Только не прыгай. Да, да. Часть первая пройдена. Че за? А, ничего себе. Опять? Что делать? На самом деле, для PlayStation, не знаю, для Xbox, но для PlayStation есть мышка и клавиатура. И вполне можно играть так. Очень многие, кстати, покупают мышки и клавиатуры для PlayStation, чтобы играть в Battlefield 3, к примеру. Очень многие. Ну что ж, да. Ну вот мы вернулись домой, к нашему дорогому виски. Думаем о прошлом, о том, что сейчас было. В муках и агониях для наших противников. Мне кажется, мы неплохо с этим справились, но виски поможет нам забыться во всем. Еще виски. Давай. Тебе же нравится это. Не унывай, Макс, все будет хорошо, все будет хорошо. К нам гостя. Просыпайся. Йоу! Макс, wake up, Max. Come on, get up, you big bastard. Come on. I'm up. Yeah? I'm up. Ну, наверное, многие, конечно. Ну, не многие, а некоторые узнали в нем себя после вечеринки. Это обычное дело. Да, я могу играть на мышке и джойстике и клавиатуре, конечно. Ну, сейчас почему-то я решил сыграть на геймпаде. А многим это не нравится, да, что я на геймпаде? Damn. О, хорошая. Ой, офис Бранко. Сколько баталий в сетевой игре здесь происходит, ужас просто. Все берут гранатометы и просто... Все взрывается просто, в разные стороны разлетается. Какие они, а? Ты вообще, Нарик, молчи, господи. As I told you yesterday, when I get Fabiana back, I think I will move us to Miami or Geneva. It feels like nothing good can come from living in São Paulo right now. I hope you're not giving up on our city, Senor Branco. Listen, we will catch the man. You have my word on that. Listen to Mr. Becker, brother. Yes, these are tough times, but we have been through it before. Like when father died. Father had a heart attack. Реально, такой богатый человек, очень состоятельный, хороший бизнесмен. Казалось бы, у него много врагов, и при этом у него всего лишь два. Два телохранителя. На него и на его жену, естественно. Возникает вопрос. Почему не нанять нечто более мощное, чем Макс Пейн? Хотя, кого я обманываю? Макс Пейн самый крутой чувак на этой земле. Ну, в этой игре. Верно? Да ведь? Что? Мне кажется, он сейчас по-португальски говорит то, что им лучше обратиться как раз к профессиональным наемникам. Думаете, как? Так, не так? I was born into great fortune. Sometimes it feels like I have done nothing apart from being a rich man in a poor country. The men I talk to, they only see money. Not my wife. I am not naive. She does not love me for my body. Well, despite your good fortune, you're still a decent man. Am I? I don't know. I try to be. Maybe I'm just another rich fool, just like the rest of my friends. Com licença, tem uma ligação para o senhor, policial chamado Senhor da Silva. Diga que eu ligo mais tarde. Многие, наверное, вспомнили бразильские сериалы, да? Из-за того, что здесь очень много, ну, на португальском говорят. А особенно какая-нибудь часть там типа про фазенда. Фазенда. Не знаю, как там было. В общем, у них у всех были фазенды. Нас что, атакуют? Temos problema. O sistema de segurança foi desativado. I can see that. We got men entering the building and the office won't lock down. Posso? Claro que pode. It's not working. There's a way to reboot the system. If I can get to the server room, I should be able to get everything back online. Strange. You pay a couple $1,000,000 and you expect to push a button to be able to make all your problems go away. Дай мне разобраться с ними, как капец. Выгоняй чувака, Сафа. Все, я разберусь. Я сказал-то раньше, чем он. Афро, чувак, умрет. Чувак с Афро умрет. Сто пудов умрет. О, нет, похоже, я сдох. А чё, назад, назад, нет. Да что ж ты будешь делать-то? Кто меня убил? Сдохни. Как такой поворот-то, господи. Я не ожидал. На мышке, конечно, на самом деле, наверное, легче было бы. Да что ж. Фу. Чуть не умерли. А чувак с Афрой жив. Где он был? Ну, хитрый засранец, а? Он еще возмущен, да? Так, дай с нее побегать. О, что мы здесь видим? У нас есть Глок 18. Все, в принципе. Да подожди, ты дай мне столы собрать. Где аптечки? Где аптечки-то? Аптечки. Все, все аптечки. А какие у нас здесь золотые столы будут? Ну-ка. А, МД и... А. Всего одного, окей. Что я не вижу здесь более удаляющего, на самом деле. Но вижу золотую часть. Один из трех, отлично. Аптечки, дайте мне аптечки. Конечно. О, сейчас он умрет. А, нет. Что так долгий-то, Макс? Так, возьму что-нибудь. Вот это возьму. Все, капец вам. Столько здесь фрагов у меня было в сетевой игре. На, даже кепка улетела. Я думал, на самом деле, этот чувак с Афро умрет. Он почему-то не умер. Печаль. Так. У нас все. О, болеутоляющее. Вот здесь вот... А, кстати, может на Е нажать? Ну-ка, на клавиатуре. Как? Ага, нет, не работает. Я думал, тут можно экраны включать, как в первом Max Payne. А нельзя. Увы. Так. Макс так защищает этого Афра, что, мне кажется, он... Походу, он не умрет. Как девочку за собой таскает. Давайте стрелять. These clowns were the same guns for hire who jumped our exchange at the stadium. Cracha Prado, the black badge, right-wing paramilitary chumps protecting whoever paid the most. Парни со стадиона. I guess that made them more like me than I cared to admit. Все понятно. У них опять бронежилеты. Их опять сложнее убить. И, ну это, дорогие друзья, не стелс-миссия, поэтому, ну, возьмем что-нибудь типа вот этого. Капец. Нет, ну не капец, ты капец. Гранат нету до сих пор. Так. Вроде... А, еще. Дальше что-то прицельное. О, у нас нету, у них есть. Ай! Где ты? Прячешься. Фу. Ну как? Мне нравилось, не знаю, включать краны, пускать толчки. Не важно, ну да. Прошло очень много лет с первой части. Но это не значит, что там не должны включаться краны, господи. Я бы хотел. Ну, ладно. Бывает. Fact was, I'd gotten used to protecting Branco in the big bad world. We hadn't anticipated a siege situation here, hadn't prepared for it. I couldn't tell the kid that. А old school сложность, кстати, мне еще пока недоступна, потому что я еще не прошел игру. А это пока хард. Опять напоминаю, да? Ну что ж такое? Дайте мне гранат. Гранат нету. Да. Здесь тоже весело, в принципе. Да что ж... Да, убегай. Даже не знаю, что делать. У меня патронов-то нету, господи. О, отлично. Так, патронов у меня... Походу я увлекся. Увлекся. У меня ничего нет. Да стреляй! Да, это уже не та легендарная игра, но... Так, чувак с дробашом. О, граната. Кто? Все, я опять умер. Все дрожит, дрожит. Да мне даже не развернуться, парни. Поймите, я бы его убил. Заюзал бы более утоляюще, но я не могу развернуться. Ладно, ладно. Хорошо. А, да. Все, стреляй, стреляй, Макс! Да что ж ты глючишь-то? Опять меня кто-то убил. Все, отлично. Нет, не отлично, нет, 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 нет. Черт. Мне уже жарко. Еще. Нормально тут битвы тоже вон такие классные. Он уже меня убил? Да убегай, убегай, Макс! Вставай, торопыга. Ай, больно. Еще. Ну, конечно. Конечно. Какие-нибудь идеи? Да ладно. Прячься, Макс. Макс, все будет хорошо. Так, мне нужен... Что? А почему вы меня... Вот так вот. Вот так вот. Так. Я... Что? Где? Как? Ладно. Я справлюсь, я выше этого. Видите? Я добежал до укрытия. О, у меня больше патронов стало почему-то. Конечно. Я попал несколько. А что, если мне просто... Просто не сделать... Да умрешь ты, нет. Так, ребят. О, наш шафра вон стоит. Что, два чувака осталось, да? Ау. Три. Раз, два, три. Никто не будет ничего просить. Так. Все, последний. Да. Три патрона осталось, выстрелим их. Все, нет патронов. Ну что ж. Все, мы осилили этот челлендж. Челлендж. Ага. Окей. Идем дальше. Что захватывающе на самом деле. Да я знаю, что это там. Захватывающая битва была. Мне понравилось. Что ты здесь делаешь? Конечно, я тоже считаю, что эта игра полностью стоит своих вложений, полностью стоит своих денег также. Мне нравится. Почему нет? Make sure he hadn't checked out. Дело в том, что, как ни странно, люди уже немного, ну, всегда надо что-то менять. Люди уже немного привыкли к тем старинным шутерам, да? И в то время люди уже не ценили, там, допустим, да, Макса Пейна 2 прошли, ну как бы и все. Сейчас же нужно для публики что-то новое делать. Всегда надо развиваться, не стоять на одной точке, потому что все надоедает со временем, да? И, соответственно, чтобы развиваться, нужно что-то менять. Сделав такое, любители старого Макс Пейна, естественно, закричали, что вот, это уже не старый Макс Пейн, нам он типа не нравится, это там коридорный боевик, да? Но, допустим, другая аудитория, которая купила не 1 миллион копий этой игры, скажет, что наоборот... Кстати, можно сюда попасть? Нельзя. Скажет наоборот, что очень шикарная игра. То есть, да? Да многие из нас тоже, в принципе, скажут, что игра шикарная, но да. Не тот бывалый Макс Пейн. Но, как сказали выше... О, фотки. Как сказали выше, люди уже не пытались сделать тот самый старый Макс Пейн. Потому что... Да и история та, в принципе, уже вся высосана была, на мой взгляд. Старый добрый туалет. Даже зеркало есть, странное какое-то. Так, фотки я смотрел. Poor girl was dead, shot through the head by some hero fighting the rich one lonely secretary at a time. Да не то чтобы деградировать. Почему? Просто, допустим, что это было? Просто, допустим, современной молодежи, да, то есть, допустим, детям 10-15 лет старые Максы Пейна не нравятся. Это факт. И они не будут играть в игру подобного типа. Они с удовольствием сыграют третьего Макса. А чё, я убежать-то не могу? А, все, отлично. Ух ты, господи, я еще и прыгаю. Вам разве не нравится? Ну, по мне так красиво все очень. Классная игра. Там еще бронированный грузовик. Тем более, скорее всего, я точно не знаю, но, скорее всего, упор Max Payne 3 вот также сделан был на консоли. Rockstar озабочены этим. Поэтому тут все так кинематографично. Знаете, игра, чтобы играть на диване, отдыхая после работы вечером. Сколько у них жизни? Все? Все. Я думаю, многие со мной согласятся по этому поводу. Сделали бы Max 3 в прошлом формате. Подождите, я промолчу пока что. Да сдохнешь ты. Сделали бы в прошлом формате, да, третьего Макса. Я с таким же удовольствием в него играл бы. Почему нет? Да и вы тоже. Ну, многие. Но не дети. Хотя не факт. Так. Ну, похоже, тут никакого золота у нас не лежит, да? А, нет. Лежит. Я вижу его свечение. Опа! Вот мы и собрали золотой автомат. Я знаю, эта игра реально, ну, как бы для мышки, это Max Payne весь самый обыкновенный. Я просто... Извините, говорил про то, что мне также понравилось играть в нее на геймпаде. Мне не нравится играть на геймпаде вообще в экшены, ни в какие игры подобного типа. Но тут именно Макса Третьего мне понравилось, да, то есть. Поэтому я вот сейчас, ну, просто играю в свое удовольствие. Где-то это легче, да, с ним играть. Где-то сложнее, ну, в некоторых моментах в этой игре, то есть. Скорее всего, я потом переиграю и на мышке. Да, ну, посмотрим. Выбор каждого. Дайсис, или как твой ник. На самом деле, нынешние 10-10 лет и мы, когда нам было 10 лет, очень сильно отличаются, очень. Можно вполне очень уверенно сказать, то, что они сейчас избалованы графикой и всем остальным в современном мире, да, то есть. Да и не знаю, как ты не заметил ты на самом деле, но мы очень сильно отличаемся. Не в обиду нынешним 10-летним детям, просто Я думаю, многие заметили. Someone in this building was trying to keep things low key, but then why had everyone else come driving through the goddamn wall? Fabiana. Even if the man who employed me was dead, his wife was still out there. Да, что сейчас дети только не делают, на самом деле. Я иногда удивляюсь. Но не нам их судить. Опачки, вот это поворот. Там вода есть, я знаю. Очередной б... Какой мы? Четвертый раз за сегодня, да, уже? Падаем в воду? Откуда-то? Окей. Пиджак! Ой, пиджак! If the heat didn't kill me, the fumes would. Он сам идет, если честно, сейчас. Я... Я никуда его не направляю, он сам идет. Куда надо? Движение по сценарию опять идет. Даже ничего делать не могу. Ну что ж, постараемся отсюда выбраться. Kid hadn't made it. Fuck. I had to make this corpse-looting coward pay. Getting his gun was more than just expediency. Чё? Где РТ? Где РТ-то? РТ. Вот это мне нравится. Ну, немного поживее. А, я же говорил, Афра умрет. Он еще и уликой стал. У меня золо... Что такое? Что ж такое-то? Мы, походу, тут перестреливались до этого. Возьми второй пистолет. Ладно, зря ты это взял. Главное не сгореть. Я не знаю, сгорим мы или нет. Вау! Вау, вау! Ладно, побежали. А золотые кизи здесь. А, мы уже все собрали. Так. Ну что ж. Макс, пожалуйста, дотяни до конца. Кто здесь? Кто? Кто? Понятно. Умри. Я думал, это просто какой-то труп, который сгорел. Даже не ожидал, он говорил и стрелял. Они все такие покоцанные. Я не буду вам помогать, пацаны, я вас убью. Сначала себя, потом себя. А теперь тебя. О-хо-хо! Right in the face. У меня нет ни аптечек, ничего вообще. Зато там какая-то разруха, я даже вниз не спрыгнешь, походу, как. Так. Ой, еще нажимать. Так. Ничего не понятно. Ау, 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 ау. Почему все взрывается? Почему я? So much for a lazy Sunday afternoon. My next trick would be a high wire act with a fiery pit for a safety net. It was nice that no one was shooting at me for a change, but I'd take shot in the head over a slow roast on a spit any day of the goddamn week. Поджаримся. Нет, иди вперед. Окей. Вам тоже кажется, или ему слишком сильно досталось? Опять контент 18+, дорогие друзья. Человек без ноги. Оу. Это там кость? Rodrigo Branco? Why did you come to kill Rodrigo Branco? Came to kill you. Because what you did to us. You killed so many of us. Офигеть. What reason did this poor bastard have to lie? He would be dead from shock or loss of blood in half an hour, even if I did. Представляете, да? Ну, для некоторых из вас, наверное, это не в новинку. Уж давно это прошли, но... Он даже не знает, кто Фабиана. Отлично. Я даже представить себе не мог, на самом деле. Меня убить. Rodrigo Branco was dead. Fabiana was held hostage. I had no idea who was behind any of this. I felt like a fool. Так, если Родриго Бранко умер, кто нам будет бабки платить, а? Деньги наши, деньги где? I decided that I was gonna die sober, not drunk. At least then I would see who shot me. Ладно. Ну, упал с кем не бывает. It was time to take back control from whoever was out to get me, and if I didn't flush them out, at least my midlife crisis would confuse. So hardcore. Навряд ли ты сидишь в таких же ушах. Это первая версия. Ее сейчас нигде не найти. Мне они больше нравятся. I knew I wasn't thinking straight. I'd been drinking and popping painkillers for years. I had a liver like a French goose and skin like red leather. Вот оно, вот тот самый пик, когда мы станем лысыми. Надо тоже пойти, походу, как. Well, мужик, а? It wasn't perfect. In fact, it wasn't much good at all, but it was gonna have to do. At least I was facing in the right direction. Свинья. Никакой рекламы айфона, как вы могли заметить. Два брата акробата. Странный вопрос. I'm sorry about your loss, both of you. Rodrigo was a good man. I failed him, but I was tricked. What happened, Max? I don't know. Some guys from the crush of Prado came into the building downstairs, so while me and the security guard were dealing with them, an assassin must have come in and executed your brother. At least that's how I think it happened. No, you killed him, Bohai. You killed my brother. What are you talking about? I understand you're upset, but please, why the hell would I do that? Зачем? Какие деньги? Наркота тебе мозги отшибла всем. Капец. Такие нарики бесят вообще. Please, bring our sister-in-law back to us, Max. Our family is being torn apart. И что это у нас? Новая глава. So I guess I was finally about to go and experience the other side of São Paulo firsthand. The bit people try to ignore. The unpleasant memory they try to obliterate with cocktails and helicopters and parties and lines of blood. Ну что, друзья, вы не устали там еще? Может, закончим на сегодня, а то мы так всю игру пройдем. Она небольшая. Музыка опять качает. Да. В трущобах Сан-Паулу, да? У него даже бутылка на футболке. I had no idea where the hell I was going to go, so I decided to head straight for the street party that seemed to be raging. Either that or some other fool had gotten there before me and now was being ritually sacrificed. I've had better ideas, but then I've also had worse ones, like accepting this job in the first place. Чего слабо? Слабо качает музыка? Get lost, kid. Get lost. Speak English? Ага, falo sim, sem problema. Need to know if you ever seen this girl. Ничего не понятно, что он сказал. I know lots of girls, sexy. Come on, come on. This way. Where are you going? Wait a minute. Down there? Я не сказал, что сегодня пройду, я говорю это. Пора прекратить. А то нам не останется ничего для стримов. Дальше. Пройти эту игру, я думаю, можно за часов 10. Я не собираюсь это делать сейчас. Нет, вы что, господи. Ну так что? Что, мистер, я... Он напоминает, знаете, я, правда, не смотрел этот сериал. Как там? Breaking Bad. Во все тяжкие, вот. Ну что ж, дорогие друзья, я думаю, на этом наш сегодняшний стрим пора закончить. Потому что все-таки уже долго играем. Вы немного подустали. Вот и всем нам хотелось бы досмотреть, естественно, продолжение. Но, скорее всего, это будет в следующие дни. Продолжение будет в среду. Это точно. Никто нас сегодня почему-то не звонил. и не выиграл Mirror's Edge. Ну что ж, в следующий раз вы его выиграете, если вам действительно нужно будет. Как вам сегодняшняя игра, сегодняшний стрим? Понравился вообще? Мне лично игра понравилась. Очень классно. Я ее еще не проходил, напомню. Так вышло. Уже много времени прошло, а я не прошел. Фанат называется, да? Да уж. Ну, тем не менее, пройти-то мы ее пройдем. Хорошо. Ну что ж, за анонсами вы можете последить на нашем канале в Твиттере. Ссылочка прямо у меня над головой. Ну а записи с трансляцией на канале YouTube. Ссылочка вон там. Вон она. Завтра я туда скину запись этой трансляции. Конечно же, оповещу об этом в Твиттере. В следующий раз мы выйдем в среду, ориентировочно. Следите за новостями. И до новых встреч, друзья. Пока.